Давно не был здесь. Юра Моречка. Место называется Оськин крест. Вот один крест. Это современный уже. Поставил 2000-х, наверное. Олег Каратаев. Скамеечки. И вот второй крест. Не знаю, кто его поставил. Это уже позже. Интересно даже. Это 5 километров от деревни. Вот погода сегодня. В деревне-то ветер, а здесь чудненько. Первый раз выехал. Место называется Оськин крест. Называется потому что, ну, время точно, конечно, не знаю. Вот боливар мой. Ну, мать говорила мне, да и все знают. Когда-то Оська потерял корову, и здесь ее нашел. И вот, в честь этого поставил крест. Сейчас смогу, нет, я найти тот крест, остатки его были. Но я давно здесь не бывал. Он не здесь стоял, он там стоял, на горе. Пташки летают. Не знаю, как они правильно будут называться, эти кресты. Есть обетные, есть поклонные. Но скорее обетные. Обещание какое-то дают. Ставят люди. Надо, значит, что-то. Ну, дело-то хорошее. И традиция, собственно. Ой, запыхался. О, как в лесу хорошо. Чудненько. Постараюсь найти, где-то здесь он был. Давно я тут, видать, его видал. Где-то здесь под елками. Вот он стоит. Вот это тот первый крест, который настоящий. Ну, как они все настоящие. Но первоначально. Вон люди стреляли даже. Вот что, время. Времена разные. Дробь. Это уже приколотили, а вот основание. Вот это тот самый первый. У меня где-то есть из газеты вырезка, целая страница. Там именно что обозначают эти буквы, какие кресты, поклонные, обетные. Разные значения, их разные. Обетные обычно ставят один человек. Какое-то обещание дает перед Богом. Ну а поклонно, скорее сообща. Вот.
час поедем. Посижу, покурю. Еще к одному. О, как чудно. Лапка летает. Оживать начала. Родила, болела долго что-то. Надо охотиться. Мишки не легли. Бродят. Интересно, всякий это будет. Белочки, следы, куницы видели следы. В деревню самой. Ловят уже. Я что-то забросил это дело. Надо бы, конечно. Ну, почти боливар. До ума-то не довел, конечно, но уже все, окончательно все механизмы, узлы будут такими, как есть. Долго мучился я с приводом на коробку. Шумело, тарахтело, гремело. А надо было вал. Нижнего вариатора был штатный, консольный, а надо было, чтобы между подшипниками еще раз, и все, шум исчез. Ладно, покурим, посидим и обратно поедем ближе к деревне. Следующий крест. Быстро ехал. Вот такой крест. Недавно стоял. Металлическая штука эта. Все уже. Тоже в 2000-х поставлен. Здесь часовня была здесь в свое время. Коммунисты ее бросили в речку. Здесь кострище. Мы еще пацанами были, здесь еще иконки, жестянки от иконок валялись. Ходят люди. Тут до этого было очень-очень много всего навязано, положено. Видно, упал. Вон монетки. Патроны. Чего только не было. Место чудное. Умели, понимали выбирать. Шумболка называется. Речка Игрова. Та же самая. Вот мост там вдалеке. Вон там деревня. Печка у кого-то топится.
мизень. Мост. Камни тут лежат большие в реке, чтобы лед ломало. Сенокосы раньше были, у нас тоже видно. Неделю морозит. До 8 градусов было. Вот такое место. Крест тоже поставлен. Недавно. Леня Ружников поставил. Ящница, родственница заболела. Наверное. Поэтому. Поставили. Поедем дальше в деревню. Там есть старый крест. Посмотрим. Новый есть. Современный. Вот еще крест. Подойдем ближе сейчас. Это уже сделанный по всем канонам. Привязывают люди что-то, от болезни что-то просят. Такой.
это почищенный. Это Петр приезжал, в городе живет. Почистили его щеточками, антисептиком покрыли года. 3-4 назад, наверное. Приезжает каждое лето Спешов Петр Дмитриевич. Место у меня тут чудненькое, это же лавочки почему-то много нет. Может, уносит. Сейчас часовенка, крест, уже современно недавно ставили. Рисунок здесь другой. Есть у меня где-то казино, написано какие-нибудь. Сколько народу было вьюрами, труженики тыла. Теглява. Участники войны. Вот столько погибло. Как раз Токарев Михаил Матвеевич, прадед Иринки. Вот первый сверху, это сын Матвея, Михаил Матвеев. Не вернулся. Списки, сколько было народа, сколько погибло, видно, нет, все ужас, сколько народу. Сейчас еще дочь Матвея. Она вернулась в Ленинграде. И это было плохо. Мало про нее знаем. Иринка больше знает, конечно. Где же? Токарева Татьяна. Вот она. Медсестра, что ли, была? Приезжала, 80-е еще приезжала сюда. Памятник этот делал Евгений Иванович Федькушев. Без рук человек был.
тяпки были. Где-то в конце 60-х, наверное. Закрыть надо цепочку. А вот. Вот там. Смогу, не буду увеличивать. Опять заглючит. Попробуй. О, Отогрёсов дома. Ворошилову памятник. Ссылки здесь сидел. Вот так, такие люди у нас тут. Здесь была церковь на этом месте. Вообще-то в Юрме было две церкви. Колокольня сгорела в 30-х. У Шабунита художник был в то время такой. Есть фотографии. Здорово. Такая церковь. Красота. Сейчас бы стоял на этом месте, возвышалась. Сейчас еще покажу. Школу. Вот. Надо успеть увеличить, пока не застыл. Вот школа. Ну сколько ей лет? Ну 100 больше, 120, наверное. Даже быть может больше. Я в ней учился в начальных классах. Вот где нужно музей делать. Столько народу прошло через нее. Письма, фотографии. Тоже, наверное, не без участия Шабунина строилась. И ремонта, сколько я помню, не было в ней ремонта. Стоит, вот как, окна те же. Мне уже скоро 60. И все так же. Обшитая вот этим досками, колевкой. Та же. Только тут настроили вот сбоку. Раньше-то. При мне-то тоже было. А по фотографиям вход был с другой стороны, с речки. Вот так вот. Вот дом Евгения Ивановича, который делал памятник. Строил он его без рук. Все это выпиливал, тесал. Рамы делал он. Почерк у него был каллиграфический. Такие люди бывают. Да, иду сейчас.